городе проживает 220 тысяч жителей. А раньше, в Древней Руси, в начале 13 века, здесь жило всего 15-20 тысяч человек. И на тот момент он был крупнейшим городом Руси и одним из крупнейших в Европе. В 15 веке здесь уже жило около 50 тысяч людей. Это был один из главных городов Европы. И не просто крупный, но и еще и богатый. История Великого Новгорода длинна и многообразна. Он являлся одним из центров Киевской Руси в средние века. Успел побывать столицей Новгородской республики, а также местом зарождения российской государственности и признания князя Рюрика. Если вы любитель истории Руси, то начните свое путешествие в Великом Новгороде сразу же с посещения исторического музея-заповедника, который расскажет об истории своего города посредством разных коллекций, среди которых и коллекции археологии, и декоративно-прикладного искусства, и документов, и даже архитектуры. Если вы не сильно увлечены историей, то этот город все равно найдет, чем вас покорить, как минимум своими интересными фактами. Действие былины Садко происходит именно в этом городе. В начале 8 века город был уничтожен огнем, а спасли его немецкие купцы, которые привезли в город еду. Улочки Новгорода были отделаны камнем даже раньше, чем это начали делать в Лондоне и Париже. Путь из варяг в греки, который мы помним со школьных уроков, начинался здесь. Город входил в Ганзейский союз. В городе так много сохранившихся памятников архитектуры, потому что до него не добрались монголо-татарские захватчики. Великий Новгород – город, в котором грамотой владел каждый, в то время как в Европе такое себе мог позволить не каждый король. Здесь родились композитор Сергей Рахманинов, писатель Борис Житков и путешественник Николай Миклуха-Маклай. Ребята, смотрите, какую надпись нашел я на Софийском соборе. Кстати, Софийский собор был сооружен в 1045 году. Ему уже почти 1000 лет. Вот это вот главный храм Великого Новгорода. Выбита табличка, что именно отсюда в 1242 году уходила дружина Александра Невского, которая позже на Чудском озере разгромила противника. Поправочка. На Чудском озере и Неве, конечно же. Вот именно с этих стен когда-то наши предки, ребята, оборонялись, защищали Древнюю Русь. Знали бы они, что нужно будет 170 рублей платить, чтобы подняться сюда. Ну, на самом деле, прикольно, очень классные такие ощущения. Но всего 160 метров. То есть весь периметр закрыт, всего только можно ощутить себя древним рыцарем только на этих 160 метрах. Смотрите, вот так в щель. Я смотрю, как приближается враг. И защищаюсь. Набросаю на него там камни, пики, стрелы, все что угодно. А здесь мой Новгород великий. До 1999 года город был просто Новгородом. Затем его именовали Великий. Сейчас в нем проживает около 220 тысяч человек. Жители Великого Новгорода, они же новгородцы, в основном дружелюбны, приятны и милы. Но очень раздражаются, когда их город путают с Нижним Новгородом. Новгородцы гордятся как историей своего родного города, так и его местоположением. Ведь отсюда можно попасть в самые интересные места, в том числе и на природе. Река Волхов и озеро Ильмень. Так как они находятся непосредственно в городе, его жители нередко ходят на рыбалку и просто отдыхают на воде. Здесь имеются также лодочные станции, где можно арендовать лодку и посмотреть на красоты города под другим углом. Центр музыкальных древностей Поветкино. Здесь вам расскажут, как строить гусли, научат местным ремеслам, вы узнаете, как шить народную одежду. Сможете услышать песни таких областей, как Псковская, Архангельская и Вологодская. Интерактивная экспозиция «Новгородская печатня». Здесь у вас будет возможность изучить печатные графические приемы и создать художественные произведения в разных техниках. Вы сможете даже создать своими руками бумагу ручного отлива и написать на ней этюд. Это прекрасный шанс почувствовать себя художником. Ребята, пару слов о гостинице, где я остаюсь в Великом Новгороде. Называется она Park Inn, это сетка Radisson. И я рекомендую вам данную гостиницу здесь, потому что, на мой взгляд, она одна из лучших. Во-первых, она не маленькая, то есть это как бы не мини-бутик-отель, это большая гостиница. Во-вторых, рядом есть
парковая зона сразу же, набережная. У вас не будет вида на Кремль. До Кремля 2 километра. На машине буквально 8 минут. И вот, кстати, я приехал на парковку к Кремлю. Здесь есть платная парковка, 70 рублей в час. И вот буквально тут через 200 метров Кремль. Опять возвращаюсь к гостинице. Почему я вам про нее говорю? Это сразу же как бы рекомендация. Если вы поедете сюда, есть спа-зона. Можно попариться, в бассейн сходить. Спортзала нет, правда, но тем не менее, можно как бы расслабиться. Несколько ресторанов, завтраки хорошие, большие завтраки, то есть они там джем, масло, бутерброд и каша, а полноценные большие шведские столы, ну как в Редисе, понимаете? Номера еще. Я очень хорошо спал, отличные кровати, вопросов нет, шторы, то есть если у меня в Твери, вот эта гостиница Твери, тюли, вы когда ложитесь спать, приезжайте поздно, для меня важно, чтобы вот закрывалось плотно шторы, и не просто плотно, чтобы никакой свет не проникал, и ты тогда высыпаешься. В Твери вот этот тюльчик вот этот вот, кухонная занавеска, которая никак не защищает от света, то есть если утром у тебя в 6:30 рассвет и солнце встает, то я встаю вместе вот в 6:30 с этим солнцем. И независимо от того, что там поздно приехал, не поздно приехал. Здесь, в Редисоне, плотные шторы, занавески, никакого света. Отлично, я поспал. Вы можете подумать, что я немножко брежу, говоря о шторах. На самом деле, вот кто часто путешествует, тот, наверное, подтвердит мои слова. Во-первых, когда постоянно меняешь локацию, не всегда, не везде хорошо высыпаешься. То есть ты привыкаешь к каким-то матрасам, кроватям, подушкам, особенностям. И я не люблю мягкие матрасы. И, знаете, есть кровати, где ты поворачиваешься, оно все скрипит. Я не могу спать на таких кроватях. Мне каждый шум, звук, это все мне мешается. Особенно есть еще гостиницы, где очень слышимость высокая. Слышимость высокая, все, кто ходят, всех слышно, что делается за дверью, слышно. Конечно же, шторы. Они должны быть плотные, и они не должны пропускать свет. Это очень важно, чтобы высыпаться. А особенно, когда вот опять же, кто много путешествует, вы не всегда приезжаете в гостиницу вечерком, спокойно легли себе там в 10 в кроваточку, да, и все отлично. Нет, часто бывает, когда вы только в 11-12 ночи заселяетесь, и то позднее, и вам нужно выспаться, вам нужно поспать хотя бы часиков до 10, ну до 9, окей, до 9, а у вас бомбит солнце в окно, и как бы, ну вы поняли меня, да, мою мысль. В Новгороде достаточно большой выбор квестов, посвященных истории города. Например, авторский квест «Ярослава Дворище в великолепном городище и прочие красоты Великого Новгорода». Вас проведут через местные храмы и дома, памятники и фонтаны, а также расскажут нескучную историю города, которая вам запомнится надолго. Дом народного творчества. Здесь вы найдете не только музейно-выставочный центр с экспозициями работ самобытных художников, но и при желании сможете принять участие в художественных творческих мастерских. Кремлевский пляж. Это пляж на реке Волхов. Хорош в любое время года, ведь лежать на пляже рядом с исторической достопримечательностью, такой как Кремль, да и купаться в реке летом и просто прогуливаться вдоль берега в более холодное время года – особый вид эстетического удовольствия.